Юбилей отмечает крупные предприятия Самарской области. 20 лет исполнилось со дня создания общества с ограниченной ответственностью «Волгопромгаз». Торжественное собрание прошло в Театре оперы и балета. В нем принял участие Николай Меркушкин. Глава региона обратился с поздравлениями к топ-менеджерам и сотрудникам компании. Вручил государственные награды. Это компания, которая зарегистрирована в Самаре. Это не чья-то дочерняя. Это люди, которые работают, это в основном самарцы, в том числе топ-менеджеры самарцы. Ну, самарцы я обобщаю, я имею в виду Самарскую область. Это работает почти 15 тысяч человек. Возьмем даже только одну если часть по газификации. Мы вот сейчас обсуждали эту тему. У нас 96% территории нашей Самарской области газифицирована. Мы входим в тройку, в пятерку регионов по уровню газификации. Сейчас обсуждали Московскую область, там порядка 60%. Московская область вокруг Москвы и порядка 40% деревень не имеют газа. 96% это тоже очень о многом говорит.